Так, ну что, всем здорово. Продолжим с того места, на котором остановились. Просто здравствуй, просто как дела? Блять, отъебись от меня, что я тебе сделал-то? Сука ты ебаная. Так, и что мы с тобой сделаем? Какой-то блок, ну. Еще раз, блять, не получилось, блять. Чё ж ты такой этот? Ну все, ты меня заебал. Да, блядь. Вот так вот, нахуй. Используйте зелье здоровья, чтобы восстановить ваше здоровье, блядь. А без вас я этого не догадался бы, нахуй. Ебать вам, я за тупого считайте, конечно. О, нихуя, с него даже что-то выпало. Смотрите, какая сломана дубинка какая-то, блядь. Зелье здоровья, ебать. Ну сейчас, сейчас подхилимся и пойдем дальше, нахуй. Дальше давать пиздюлей. Ну чё, где все враги, я готов давать пиздюлей? Или не готов? Пойдем-ка лучше посмотрим, что там было за той дверью. Деревянной, я так и не попробовал открыть в прошлый раз. Так и так. Ебать, эта хуйня снова заспавнилась, да? Блять. А ты что здесь делаешь, блять? Ты ебанутый? Ну ладно. Так, сейчас-то мы знаем, как его пиздить. Иди сюда, ты хотел меня трахнуть, я сам тебя трахну. Давай, нахуй. Да, блядь. И все, нахуй. Все твои поебоны больше ничего не значат, нахуй. Так и так. А это что такое? Что за лужа, нахуй? Что за стена? Ой, ебать. О, здорово, нахуй. А ты кто такой? Квакун. Таинственное существо, которое обитает в Саласе. О нем мало известно. Те, кто когда-то повстречал Квакуна, либо умерли, либо обезумели. Однако некоторые счастливчики понравились существу и получили неожиданные награды. Так, и что нужно, чтобы тебе понравиться? Преподнесите здравый ум, чтобы задобрить Квакуна. Преподнесите грязные кости, чтобы задобрить Квакуна. Или преподнесите полипные кости, чтобы задобрить Квакуна. Так, и что из этого ему понравится? Так, давай попробуем здоровый ум. Ой, ебать, радуется вроде. Так, что еще у меня есть? У меня 7 грязных костей, одни полипные кости. Можешь попробовать грязных костей ему дать? Так, да, не, ему не нравится, походу. А полипные кости? О, а эти ему нравятся, походу. Так, здравого ума у меня, походу, мало осталось. Надо бы зелье выпить, наверное. Так, вот вроде зелье здравого ума. Так, давай, пей. И снова говори с этим придурком. Так. Да, жри мой здравый ум, блядь. Чё, тебе мало еще, что ли? Ебать ты, конечно. На, еще. Во, походу даже наелся. Чё будет сейчас? Ебать. А мне так можно? Ну и чё? И чё с него выпало всё-таки? Да, здравым пополнили. Кристалл доминатора, блядь. Я теперь доминатором буду, что ли? Мы чё, в доту играем, блядь? Так, а вот эти ворота. Так, подожди, а сзади этого нету хуя? Не, нету. Сундук пустой, и ворота. Нельзя открыть с этой стороны. Бля, ебать я тупой. Я же мог до этого попробовать это. А теперь возвращался, блядь. Ну зато квакуна нашел. Ну ладно, хуй с ним. Бля, бочки не ломаются так. Забор тоже, я так понял, да? Ну ладно, пойдем туда, откуда пришли, да. Так, заодно сейчас заглянем на алтарь. Посмотрим, что из этого кристалла доминатора можно сделать. Или нельзя. Кто его знает. Сейчас посмотрим. Так, ну ладно, сейчас преподнесем кости, которые мы нашли. Тут две кости, вот. Давай, раз, два, вот. Так, так что из этого кристалла можно сделать? Эликсир здоровья? Нет, здесь нету. Так, кстати, я вот эту кнопку не видел до этого. Да, надо отдохнуть сейчас. И все, и теперь можно идти пиздить этих ушлепков, нахуй. Ну что, теперь я полон сил, нахуй. Готов всех ебашить. Так, чё? Ну когда ты зареспавнился, да, значит не респавнится. Значит этот пиздюк там же, да? Да, вон он стоит, блядь. Крыса ебаная. Бля, ты крыса, нахуй, на. Блядь, ёбаный, брат. Бей ты его, нахуй, бей. Да, брат. Вот и всё, блядь, никаких проблем. Так, о, коготь, шахтёрок вот нашёл. Интересно, вот посмотреть, что это такое. Ой, бать, это же тот мост, по которому ассасин пробегал. Смотри, видишь их? Сифлина прочесывают деревню. Похоже, они собрали целое состояние. Живой человек. Неожиданно. В Хэтчеме остались живые люди. Кажется, я не зря потратил время. Так, и чё? А, это продавец, типа, да? Это такой продавец тут.
типа собирают с трупа всякую хуйню и продает потом подороже нахуй. Это эльф-еврей нахуй какой-то, или просто еврей нахуй, он на него тоже похож. Думаю, сломана дубинка мне не нужна, так что продадим ее нахуй. А так, что, больше мне, наверное, ничего у него не надо. И остальное, я думаю, оставлю. Пригодится еще. Так, а у него покупать дорого, что-то слишком, блядь. Я говорю, еврей ебаный. Ну ладно, все, пойдем отсюда. Ха-ха, простой человек. Ну что, значит, этот мост мы перешли. Пойдем дальше. Так, и что тут у нас? А, это крыши домов, я так понял. Сейчас будем по крышам чилить. Еще и кто тут у нас? А, здравствуйте. А я к вам. Ой, блядь, а можно меня не бить так сильно, нахуй? А можно не надо, блядь? Не надо, не трогайте меня. Ёбаный в рот, когда же я тебя ударю-то, сука? Блокирует, нахуй, блокирует, сразу бьет, блядь, вот мразь-то. Сейчас похилимся, а там постой, нахуй, посмотри на меня. Беспомощное существо, нахуй. Ничего, сейчас я тебе пиздец дам, да. Давай, на. Ой, ебать, ты тоже блокировать умеешь? Это уже, нахуй, не это. Не так легко, нахуй. Да, да, да. Да, блядь, вот так вот, нахуй. Вот и все, никаких проблем, блядь. Так, сейчас еще подхилимся, нахуй. Все, я и снова, блядь, куда вот эти? Прямо и налево, блядь. Вот как нахуй мне понять? Ну, хуй знает. Пойдем сюда. Ебать, а ты что, лучник, что ли? А может, не надо, блядь? А может, блядь. Ну ты сука, конечно. И что мне с тобой делать? Сейчас подумаем, подожди. Давай попробуем просто тебя пизды дать. Ты же лучник, хуй. Блядь, ты ебать, а ты что терешься, нахуй? Ты же лучник. На. Ебать, лучник и дерется, нахуй. Кто его учился, нахуй? А ты вчера речи, блядь, речи, нахуй. Сейчас подхилимся, нахуй, и пойдем дальше. Бля, хилки закончились, ну похуй. Я и так, нахуй, правда. Так, что там еще один? Ну, давай сразу, нахуй, сейчас раз бегу и подадим пиздюля. Блять, попал, нахуй. Да, ебаный, брат, да-да, ты получай это, блядь. Да, нахуй, да. Вот и все, никаких проблем. Заебали, блядь. Что-то себя представляют. Да нихуя вы из себя не представляете. Ебаный в рот. Так, что, и снова два пути. Ну пойдем направо сходим. Ой, мать, яйцо. Причем не разбито. Гигантское яйцо чувствует ваше присутствие трепещет. А, это, помогите! Я в ловушке внутри яйца. Помогите, помогите. Кто ты такой? Наконец! Кто-то откликнулся. Помогите мне, прошу. Я был последователем лорда Романеса. Из-за странной ведьмы Хеджим заболел. Все последователи стали монстрами, а сокровище в шахте было украдено. Лорд Романес послал меня за помощью, но я застрял здесь. Как мне тебя спасти? Найдите статую в шахте и слезный камень рядом с ней. Эту твердую оболочку можно расплавить только с помощью этого камня. Можешь представить, самый приятный собеседник в Хеджиме — простое яйцо. Не считая тебя, конечно же. Так, ну вот, попиздели с яйцом. Все нормально, нормально, бля. Ну что, пойдем дальше, да. Так, и что там дальше? Дальше какой-то мост разрушенный. Что там? Может, мне лучше назад вернуться, посмотреть, что там было, если пойти прямо? А то тут врагов еще дохера. Может, мне сюда пока не надо. Это хуй его знает. Не люблю игры с прямым прохождением, как бы это ни звучало тупо. Ну ладно, что, пойдем назад, там по-любому что-то было. Бля, вообще непривычно как-то вторая часть вроде как уже, а я все в одном и том же месте, даже, блядь, локация нисколько не поменялась. Просто хожу теперь по крышам. Что, подсказки какие-то вылазят, блядь. Ой, снова этот лучник. На. Все, без шансов, просто без шансов. Так, у вас страница из дневника, надо вот потом почитать как-нибудь. Так, что тут дальше? Спуск вниз и налево. О, а там кто стоит, сейчас посмотрим, кто это. Впереди пожилая женщина. Надеюсь, она сможет нам помочь.
Вы выжили во мрачном тумане. Должно быть, вы курьер. Я знала, церковь не покинет нас. Вы не видели поблизости других незнакомцев? Джерри, мой Джерри пропал. Все обратились в монстров. Кажется, она ебанутая. Спроси ее о чем-нибудь другом. Что здесь происходит? Свет Хеджима гаснет. Он слишком слаб, чтобы защитить нас от синдрилов. Последователи превратились в монстров. Кто-то выжил? Курьер отвел всех выживших последователей в шахты. Он сказал, что в них хранится сокровище, которое может спасти Хеджим. Его нашли? Да, мы нашли свет. Его яркости хватило, чтобы развеять синдрил в шахте. Мы спрятались в ней и ждали, когда церковь придет к нам на помощь. Почему вы ушли из шахты? Я должна найти Джерри. Он сам ушел из шахты. Снаружи слишком опасно быть одному. Джерри, это ваш сын? Мой дорогой Джерри. 2 дня назад он ушел поиграть с братом Джоном, но так и не вернулся. Ох уж этот негодник. Почему вы все еще не заразились? Я украла сокровище, чтобы найти Джерри. Клянусь, я только хотела найти его и сразу вернуть сокровище в шахту. Но Джерри нигде нет. Незнакомец, вы мне поможете? Я постараюсь его найти. Незнакомец, если вы и вправду найдете Джерри, я буду очень благодарна. Так, ну вот, попиздели с бабкой, теперь можно дальше идти. Кстати, мне одному она напомнила вот эту бабку из мема. Пошел нахуй, пидор! Когда ты сдашь? Погоди, говори! Ты только пидорас! Пошел нахуй, пидор! Когда ты сдашь? Погоди, говори! Ты только пидорас! Так, ну что у нас тут еще один сундук? Сейчас откроем, посмотрим, что там. Так. Эликсир здравого ума Экстрина. Мне игра немного намекает, чтобы, блядь, походу я, играя в нее, не ёбнулся понемногу. Ой, это же те ворота, которые я не мог открыть. Вот так, опа, и сезам, откройся она. Ебать, все, я открыл ворота. Достижение, да, где моя ачивка? Так, сейчас у меня хп не полное. Думаю, надо сходить до алтаря похилиться, а то что-то это, не хочу идти на врагов с неполным хп. Так, подожди, а зачем мне до алтаря идти? Можно же у этого купить зелье здоровья. Точно так и сделаю сейчас. Ну, так как это торговец, я, наверное, не буду его больше озвучивать. Ну, типа, потому что постоянно будет с ними встречаться. Так только квестов персонажей, если... Ну, или если вам понравилась озвучка, то пишите в комментариях, я буду дальше это делать. Так, сейчас купим эликсир здоровья. У меня 20 костей, ну, то есть, я могу позволить себе. Так, что-то я не понял, а где у эликсир мой? Бля, еврей меня наебал, что ли? Ну, как бы это, ну, было очевидно, что еврей наебет, но я думал на деньги, но не на эликсир же. Блять, это пиздец уже какой-то, придется хириться в алтаря, чё. Так, качаем пока довол на единичку и прочитаем, что там у нас в записях. А Терренс нашел говорящее яйцо в Хеджиме. Похоже, что последователь Хеджима был запечатан в яйце. Он сказал, что видел рыжую ведьму, которая встретилась с лордом Романессом. Чтобы разузнать о ней побольше, Терренс решил спасти несчастную, но для этого ему потребовалась редкая руда слезный камень. Говорят, что один слезный камень хранится рядом со статуей в шахте. Топаз, аквамарин, турмарин Хеджима. У нас есть все, что эти торговцы считают сокровищем. Но так как чума Колоса победила, больше не было ни одного каравана. Эти сокровища превратились в мусор, Хеджиму становится хуже. Когда эта чертова чума закончится? Ну вот, мы отдохнули, теперь мы полны сил, можем дальше проходить туда, куда мы не пошли в прошлый раз. Так, вот тут за углом мы знаем, что есть чувак, который спавнится, который крыса еще та. Опять ебнул меня.
Так, ну все, сейчас там его сделаем, сейчас мы умеем драться. Сейчас все получим, смотри. Оп, уклон. Опа. Сейчас ему сильная атака зарядим. Блин, промах. Опа, уклон еще раз. Он не ожидал, как это. Да, да, да. Все. Выносливость закончилась. Сейчас мы подкопим ее. Давай еще. Да. Нет. Да, давай уже, бей его. В итоге надо поставить пол хп. Вот, нормально. Так, сейчас подхилимся. И можно дальше в путь. Тут я, наверное, ускорю, чтобы этот... Ну, вам не смотри, как я одних и тех же вижу мобов. Ну вот, я добрался до туда, где я был в прошлый раз. Теперь мы пойдем налево, посмотрим, что там будет дальше. Метательный нож. Метайте нож у врагов, находящихся высоко или далеко от вас. Захватите цель и выберите нож среди предметов быстрого доступа. Метательный нож можно расположить среди предметов быстрого доступа. Предметами быстрого доступа можно управлять в меню сумка. Не знаю, зачем нам эта подсказка пока что. Мы его можем с меча завалить со спины. Вот так вот. На, 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 и на. И все. А, это, наверное, имеют в виду того, который вот там наверху стоит, да? Да, да, вот его, наверное, имею в виду, да. Все понятно, сейчас мы его завалим с метательным ножом. Так, сюда нельзя идти, да? Ну все, идем. Сейчас один путь, сейчас полегче. Так, ну давай, как там? Как тебя метнуть, чтобы мне не прилетело? Если вы думаете, что я туплю, нет, я просто продумываю план, как его завалить, чтобы потерять как можно меньше хп. Вот так вот, оп. А, так, блядь, один нож почти все хп снует. Я-то думал. Ну ладно, пойдем дальше. Вот мы и дошли до разрушенного моста. Опа, какая сцена, походу. Покинь это место, как можно скорее. Правду, которую ты ищешь, здесь не найти. Человек, который прячет за маской свое лицо, он врет. Атака в прыжке. Нажмите «Атака» при нападении на врага с более высокой позиции. Это что, я как Тор в Мстителях смогу приземляться, да? Так, ну что, давай испробуем эту атаку. И на, не, никакого тора. Так, ну чё, теперь мы находимся, я так понял, там, где я не мог пройти через забор этот, да? Да, вот этот забор. Ой, ещё тут что-то лежит. Так, сейчас подберем. Ага. Вот, этого кокуна уже тут нету. Попадал алтарь и торговец. Торговец Еврей 2, да? И чё у тебя есть, Еврей 2? Так, торговать. Опа-на, у него ассортимент уже побольше. Сейчас продадим ему ненужную хуйню и почитаем, что за предметы у нас тут. Оторванные хвосты нечестивых, состоящие из прочных мышц и плотно соединенных костей. Это, я так понял, хвост той ящерицы ебаной. Так, раковина шахтера. Когда-то это были бамбуковые корзины. Они использовались для транспортировки руды, из-за загрязнения корзины слились с телами шахтеров, образуя твердую раковину. В Хеджиме нет материалов для изготовления корзин. Последователям приходится покупать их у кочующих племен, которые, к сожалению, чрезмерно завышают цены. Поэтому шахтеры очень дорожат своими корзинами и не выпускают их из рук даже во сне. Так, ну вот, продали ему сломанные стрелы. Вот, а на этом, я думаю, можно заканчивать. Сейчас как раз у алтаря сохранюсь. Вот, прокачаем уж левел. Вот, а так, всем спасибо за просмотр. Так что ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. А с вами был Корсо 27. Всем спасибо, всем пока. А Серега говорит, хуй вам, слышите, хуй вам, я ничего не дам, я вам ничего не дам. А Серега говорит, хуй вам, видите ли, хуй вам, у меня ничего нет. Я вам ничего не дам.